Мятными конфетами стоит запастись жителям Поднебесной. В городе Гуанчжоу вскоре появится самый быстрый в мире лифт. Подниматься он будет со скоростью 72 км в час. А путь от 1 до 95 этажа сможет преодолеть за 43 секунды. Разработчики – японцы. Конструкция от Hitachi заработает в 2016-м с открытием 111-этажного финансового центра. Сейчас самый быстрый лифт работает в Тайване. Его максимальная скорость – 60 км в час.